Чем отличается обычная сборка четок от четок, собранных через узелок? Обычная сборка – это когда на прочную нить одна с другой нанизываются бусины. Оба конца завершают гору бусину, стопка и тибетский узел. Это обычная сборка четок, привычная. Через узелок собранные четки – это когда каждую бусину отделяет от другой прочный узел. Что дает узелковая сборка? При такой сборке плетение считается более надежным. Четки вас не подведут в самое неудобное время, в самом неудобном месте. Мне кажется, они становятся более уютными, так замечательно помещаются в ладони. Четки, собранные через узелок, становятся несколько длиннее. Не всем это нравится. Я считаю, что эту проблему можно решить, сделав два оборота вокруг шеи, если вы носите четки на шее. Если вы носите четки на запястье, то эта проблема вообще легко решается. Четки замечательно выглядят, совершенно не мешают повседневной жизни. При интенсивных практиках могут порваться, может перетереться нить и в четках, которые собраны через узелок. Поэтому мы считаем актуальным снять видео для вас, чтобы вы сами могли справиться с такой задачей, как починить собственные четки, пересобрать собственные четки. Мы обязательно для вас снимем такое видео.